Ребята, всем привет! Миланка сейчас из школы, и мы сегодня будем покупать. Давай, Миланш. Смотрите, кстати, какая бабочка красивая. Да, ты мокрая. Ты что, мокрая? Жарко? Мы сейчас, ребята, будем снимать пятерочки, новиночки. Пока мы будем искать, ребята, не забывайте, пап, надержи, подписываться на наш канал. И что делать? Ставите лайки. И ставьте лайки. Ну что, Мил, погнали, да, будем смотреть, что тут новенькое есть. Новинка, новинка. А что тут новинки-то? Просто новогодняя упаковка. Ну, Кузя же новенький. Да нет, Милаш, ничего это новенькое. Пойдем дальше, будем смотреть, что тут есть. О, Милан, смотри, какая дыня. Это не новенькая. Ну, это не новая, какая-то импортная дыня. Мне кажется, она невкусная. Ребята, кто пробовал? И такие мини-арбузики. Ну, вот арбузики мы пробовали, кстати, совсем невкусные. Мы даже желтый, помнишь, покупали как-то? Нет. Арбуз. В смысле, вспомни желтый арбуз. Пап, ты помнишь желтый? Да, конечно. Он, не скажи, невкусный. Ну, обыкновенный. Нет, он не необыкновенный, он невкусный. И дыня, мне кажется, тоже будет невкусно. Так, ладно, пошли дальше смотреть, что тут новенького. Милан, не пропускай здесь. Это новенькое. А ну-ка, что? О, а, нет, я думала, это эти. Палочки какие-то. Палочки. Да, а я еще только думала, ничего себе. Не, Милан, это чипсы, они, конечно, вкусные, но это не новинки. Пойдем дальше, будем смотреть. Грустно, да. Так, ну в овощах нам тут точно ничего новенького. Новая свежая брокколи. Ну это Милана, конечно, любит, да, брокколи? Нет. Ты любишь брокколи? Нет. Я никогда не пробовала. Смотри, здесь вот горячий хлеб, всякая выпечка. Может, что-то хочешь? Не знаю. Ой, чувствую, прям чесночком тут запахло так. Вот они. Ну, аж, ну это просто обычная плетенка. А это вот с чесночком пахнет. Вот эта булочка. Чесночко, багет, ну, посмотри, чесночный. Пройди, давай еще посмотрим, что тут есть, Милан. А это с чем? А это с маком. Мы, кстати, Милан, делаем с маком булочки. Что тут еще? Вот наверху, да. Это творожно-лимонная какая-то. Улитка, курица, грибы, Мил. Пиццу хочешь? Ну, ее, да, надо взять, да. Будешь такую? Да. Да? Ну давай тогда положим сейчас ее. Тут пакетики вот есть. С кунжутиком посыпан. Рулет куриный. Маленькие пакеты. А вот смотри, побольше может быть. Да они все, наверное, одинаковые. Да, да, так, это есть, смотри, Милан, булочка греческая, шпинат, сыр. Давай подвинемся, папа сейчас достанет. Милан, тут смотри, здесь какие-то начинки. Давай посмотрим, что здесь, пока папа кладет. А тут, наверное, их взвешивать надо или не надо? Так, ну это обычные вкусы. А вот смотрите, какая-то это не новинка? Творожно-сырная улитка. Мне кажется, это новинка. Мы, по крайней мере... Нет, не берем? Есть лимонная начинка. А вот это вот новинка. А что тут новинки-то? Ничего это не новинка. Обычные ягоды. Малиновый чизкейк мы уже пробовали. Ну, короче, здесь пока я новинок не вижу. О, смотрите, а вот это новинка. Нет, вот этот вкус апельсиновый не был. Он такой зимний. Да, именно на это именно апельсиновый. Давайте возьмем итальянский десерт. Кладем. Мой лук. Ну, круто, Милан, 10. Однозначно 10. Так, что здесь новенького еще, Милан, смотри. Что? Рулетики. Ну, рулетики не знаю, мне кажется, как-то. Подожди, Милан, а вот смотри, тут шоколадки разные. Шоколадки, может, какие-то вкусы новые будут. Я пока не вижу. Ребят, может, вы видите. Не, Милан, это не то какое-то. Так нам папа даже помогает. А вот такие вот меренга было? Не, мы такие покупали. Нет. Мы в Икее, помню, покупали такие, да. Новинка. Ну что новинка? Ничего это не новинка. Новинка. Вот, а вот это не новинка разве? Смотрите. Это нет. Мармелад, фруктовый микс. А малина, яблоко. Да. Я не понимаю. А вот смотрите, есть... А вот новинка. Да, это не новинка. Это новинка, правда. Новинка. Мы такие не пробовали. Ну, я видела таких давно. Мы видели, но мы не покупали. Давай возьмем, попробуем. Ну, ладно, давай. Это, смотрите, с фруктовым соком. И здесь разные вкусы. Берем.
такую новиночку. Смотрите, кладет... натуральный вкус, натуральный цвет. Натуральный вкус. А это не натуральный. Клади. Так, Милана, а еще есть, смотри, вот такие вот. Ой. Цитрусовый микс. Нет, давай яблоко малину. Слушай, мы такой не брали. Давай вот такой точно попробуем. Яблоко малину. Мы такие, ребят, не брали. Вот именно махеев мармелад. Берем. Давай берем, клади. Угу. Так. А что это такое? Ну, такого мы и не знаем, честно сказать. О, Милан, давай чипсы посмотрим. Грибы в сливочном. Я просто такую фирму не знаю, если честно. Что тут новенького? А что-то чипсов так мало, да. Пойдем дальше. Пойдем? Что-то тут нет новинок. Пойдем дальше смотреть, что тут новенького. Так. Милаш, можете какие-то прянички, сухарики. Ну, я не знаю, что сказать, здесь новинки. Какие-то вот ореховые пряники. Нет? Идем дальше? Что-то, наверное, как-то маловато. Мне кажется. А, Милана, вот смотри. Чипсы еще. Это просто новая упаковка. Да, просто Лейс, зеленый лук мы такие покупали. Новая упаковка? Новая. Ну, это же не новый вкус. Это просто новогодняя. А вот это, а она, это тоже новогодняя, но это вкус сыр. Тоже такую покупать. Надо брать, потому что это новинка. Хорошо, берем. Так, Милан, давай посмотрим какой-нибудь доширак. Может, знаешь, какой-то новый вкус? Что у нас здесь? Вот это говяжий какой-то. С говядиной. Что-то не... Мне кажется, а ничего это не нового. Он просто... Нет, Милан, ну это не новинка. Если хочешь, возьмем борщ. Супер суп. Милаш, посмотри, новинка вот внизу. Ага, вот это да. Давай попробуем такое. Покажи, что это за вкус вообще. Рождественский. Слушайте, это типа как глинтвейн, да? Да? Такой безалкогольный глинтвейн. Клади, милаш. Так, что у нас? О, Милан, смотри, вот эти вкусы, кстати, они в фикс-прайсе продаются. Но это совсем не новинка. Это не новинка. Мы не пробовали. А что это такое? Это какой-то вкус? Мы не пробовали, мы голубой пробовали. Дыня? Это дыня, милаш. Мы не пробовали, милаш. Ну, берем тогда, хорошо. О, Милан, ну творожки точно сейчас будут какие-то новинки. Давай будем смотреть. А вот смотри, вот это что такое? Подожди. Вот такой разве был? Смотри. Конечно. Как коктейль. Это часто. Блин, да? Ну ладно. А я что-то думала, что это какая-то как новиночка. Ну закрывай тогда. Давай смотреть, что тут есть. А ты не только говорила, что это просто шоколадный самолазм. Не, мы такое покупали. Что вы покупали? А вот с Новым годом. Ну с Новым годом это не новинка. Тихо! Вот это вот, кстати, вот. С миндалем, смотрите. Вот, Милан, смотри. Да, груша, карамель, в карамели с пломбиром. Прям написано новинка. Однозначно берем, Милан, такой, да? Смотри, еще есть. Это просто клубника. А мы с кокосом пробовали? С кокосом? Ну да. Это просто с Новым годом на кладе. А вот смотри, Милаш, какая-то новинка. Питайя, манго, семена чи. Давай возьмем, попробуем. Давай? Это какой-то йогурт, смотри, семенами чиа, манго, питая и это... И короче, манго, семена чиа, питая берем. Вкусняшки, мы такое не пробовали. Так, а еще здесь... О, Милана, вот еще чипсы. Нет? Давай посмотрим. А что это такое? Просто двойной сыр. Ничего новенького. Пойдем. Давай водичку посмотрим, что здесь вкусы какие-то. Что тут нового? Ну это не ново, Милана. Что-то как-то новинки в январе, пока их очень мало. Да? Какие-то ничего новенького. Тут смотри, Милаш. А соленая водичка новенькая. Да уж. Милаша, здесь нет новинок. Мы уже идем, ребят, на кассу.
Но здесь ничего новенького. Тут тоже ничего новенького. Миланка все-таки взяла вот такую пиццу. И сейчас будет пробовать ее. Кстати, выглядит достаточно аппетитно. Так, Алика, знаете, что делает? Во-первых, сейчас будем пробовать вот этот йогурт, насколько он вкусный. Алика, знаете, что делает? Алика, я ж вот тарелки вам достала. Алика делает дошик. В итоге Милана еще взяла дошик вот такой вот. Что это за вкус? Курица? Просто курица, да? Короче, будем сейчас все это пробовать. Ну, а йогурт, смотрите, выглядит вот как-то так. Там еще, кстати, внутри вот еще какая-то начинка. Вот она. Попробуем. Это очень вкусно. Может быть, потому что я люблю не слишком сладко. Сейчас Милана попробует и скажет, как я. Давай попробуем. Ну-ка. Скажи, вкусно. Да. Правда, не слишком сладко, но все равно вкусно очень. Аккуратно, но холодное. Вкусненько? Угу. Очень вкусно. Ну что, Милана сейчас будет делать уроки. На этом, ребята, наше видео подходит к концу. Пишите, какие новинки попадались вам в пятерочке. Ну, за январь месяц. Вот в новом году, может, что-то мы... Ну, в этой пятерочке не было. Вообще, я заметила, да, Мила, что в каждой пятерочке свои какие-то новинки появляются. Ну, да. Но вот где мы сейчас были в пятерочке, что-то там не особо много новиночек. Ну, я хочу с мамой попробовать. Ну, да. А пицца вкусная хоть? Все, всем пока-пока! Пока.